Да, не менее серьезно. И мы точно так же, и мы точно так же слышим со стороны западных лидеров, со стороны того же Обамы, Оланда, о том, что мы живем в глобальном мире. И в глобальном мире, извините, мы должны сочетать, мы должны учитывать то, что мир становится более единым. И то, что вы могли себе позволить на территории Франции в 19 веке, допустим, то сейчас себе позволять, это значит провоцировать конфликт, терроризм, войну, ненависть и так далее. Так, глобальная эпоха. Я бы хотел усомниться в абсолютизации так называемой французской культуры и французской.